Город Балхаш, улица Жельтовсан, и вот я иду по тротуару, который так хорошо сделан, и с правой стороны от меня танк на постаменте, пушка. Зенитка. Раньше этот танк стоял там, где вот буквы на набережной. Вот в той стороне. А сейчас он стоит здесь. Из каждых 100 тонн молибдена 60 тонн давали герои Балхашской степи для танковой брони.